А вы помните, как понравился нам детский поезд из 20 огромных кубиков? Немыслим для нас праздник без детской непосредственности, доверчивости, улыбок. По-моему, не было у Московской Олимпиады более трогательных символов, чем эти медвежата. Они сложили игрушки, и началась гимнастика. Посмотрите-ка, как ловко. А ведь упражнения сложные. Некоторые из них рассчитаны на мастеров. Thank you.
We'll be right back.